Замена масла в BMW 316i. Откручиваем заливную горловину. Откручиваем пластиковый лючок слива масла. С помощью головочки на 17 откручиваем сливной болт. Сливаем масло. На это приблизительно уйдет минут 10. Заменив медную уплотнительную гайку при потребности, закручиваем болт обратно. Далее откручиваем крышку масляного фильтра и, открутив, вытягиваем. Снимаем старый фильтр и сальники, чтобы заменить на новый. Протираем крышку внутри от грязи. Устанавливаем новые сальники, которые идут в комплекте с фильтром. И одеваем новый фильтр до щелчка. Вставляем и закручиваем фильтр с усилием 25 ньютон-метров на динамометрическом ключе. Устанавливаем и закручиваем масляный лючок обратно. После этого заливаем масло 90% от потребности. Закручиваем масляную крышку обратно, заводим автомобиль, чтобы масло прогналось через фильтр. Глушим и замеряем уровень масла. И при потребности доливаем. Ставим лайк и подписываемся на мой канал.